Алексей, добрый день. 12 июня 2020 года. Первый видеообзор по изготовлению вашего дома. В кадре первый колодец. Дальше у нас идет это третий колодец. Там дальше еще второй. То есть три колодца из пяти у нас уже готово. Это вход, терраса. Соединение в чаше. Вертикальный уровень. Четко по черте. Диаметры. В среднем идет на первом колодце 32, 34, 28, 32, оп, 30. Ну и закладное бревно где-то 37. Сейчас выйдем на другую сторону, на солнечную. Давайте здесь вот сниму еще продольные пазы на длинной стене. На заднем плане наша производственная база. Зимний лес вот там видно в клетках. Это часовня с такой интересной крышей у нас рубится. Вот на солнечной стороне поинтересней. То, что и говорил, там на заднем плане у нас первый колодец. Дальше идет второй колодец. Это уже, видим здесь, перекрытие первого этажа. Дальше уже идет второй этаж. Это терраса открытая, и снизу идет посередине бревно, матица, на которой будут опираться балки перекрытия второго этажа. Еще здесь сниму диаметры. Вот видим, высотная отметка 2,90, 3 метра. И от нее срублено еще примерно 3 ряда. То есть это где-то 70 сантиметров. В принципе, все по проекту у нас идет. Там вот на бревне выбрана чаша, это для этой же матицы, чтобы она опиралась на стену. Сразу же ребята сверлят отверстия под нагеля, которые будут в шахматном порядке устанавливаться. Вот они, видно. На этом первый видеообзор завершаю. Спасибо за внимание. До свидания.